Суд приговорил супружескую пару к лишению свободы за нападение на сотрудников ведомства. В апреле прошлого года 42-летний мужчина и 32-летняя женщина выпивали у себя дома и громко слушали музыку. Соседи вызвали сотрудников полиции и Росгвардии. Прибывшие по вызову соседи, сотрудники полиции и Росгвардии столкнулись с откровенной грубостью и агрессивным поведением нарушителей спокойствия, которые не только отказались выполнять их законные требования, но и применили в отношении сотрудников правоохранительных органов насилие, причинив телесные повреждения. Супружеская пара полностью признала вину и раскаялась. Магаданский городской суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Женщину также на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.